Очень хорошая подача по точке попадания, по направленности, как говорят в теннисе. По 30. Играть мяч попал. Нет, не выдерживает Данилида. Нужно и красиво завершить розыгрыш. Нет, нет. Да что ты будешь делать, а? Ну, свое считанное очко отдала. Какая упорная теннисистка. Вы знаете, я должен немножечко объективно вам сказать, что Данилида здорово похудела. Здорово. Она сейчас так подсушилась, хоть она и... Я уж ее помню-то сколько, года 4, как она выступает в профессиональном туре, если не больше. Приходилось ее видеть и воочию, она была немножко покрупнее. А вот сейчас летает по корту. Своим видом не показывает дочери, что можно расслабиться, что дело сделано. Нет, 5-1 нужно за каждый розыгрыш. А вот, кстати, Роберт Лансдорф, он отмечал, я уже упоминал этого тренера, который готовил Шарапову. С 11 лет она у него занималась. Вот он как раз и рассказывал, что она на тренировках обязательно должна была каждый мяч выиграть. Обязательно, любой. Настолько упорная девочка была, и этим она ему и приглянулась. И вот что из нее выросло. По 15. Два матчбола у Шараповой. 15-40. Подача Елены Данилиды. Эти аплодисменты зрителей можно расценивать как предварительную благодарность за проведенный матч, потому что сегодня игра хоть и протекает практически в одни ворота, начиная где-то с концовки первого сета, но все равно в зрелищном отношении интересно, содержательно.